Пожалуй, все вы встречали таких людей на улице. Кто вы такие? Не, серьезно, кто вы такие? Чего вы тут постоянно стоите? Куда ты постоянно смотришь? Там ведь ничего не происходит. Что ты постоянно записываешь? Он ведь тебе ничего не говорит. Ребята, вы понимаете, что вы меня пугаете? Просто я ни разу не видел, как вы здесь появляетесь. Когда я иду, вы уже здесь всегда стоите. Может, вы масоны, может, у вас секта какая? Что вы за данные ему передали? Куда он пошел? Остановитесь, люди должны знать, чем вы занимаетесь. У вас что за секта? Где лыжи?